День добрый будет, я чувствую это. Гюльшах, все беды уходят. Да, госпожа. Доброго вам утра, госпожа. Хранитель покоев Ибрагим Ага желает немедленно видеть вас. Это очень важно. Правда? Подожди меня снаружи, я уже иду. Я верю, Ибрагим скажет благую весть. Слава Аллаху, он услышал мои молитвы. Гюльшах, чудо! Мы спасены! Подай-ка мне вон тот платок. Надо спешить. Сюмбюль-ага, как там ваша больная? Я слышала, она совсем плоха. Да, ночь была тяжелой. Мы чуть ее не потеряли. Она ведь могла погибнуть. Но ей уже намного лучше, слава Аллаху. Моя госпожа, благодарю за то, что вы изволили прийти. У вас что-то важное, хранитель покоев? Эта дверь стала приносить мне лишь боль. Госпожа. Не нужно, чтобы султан знал, что вы здесь. Не беспокойся. Султан давно уже на меня не смотрит. Отворачивается. Будто меня нет. Будто мы не делили с ним ложе. Будто я не родила ему сына. Я... Почему вы решились на отравление? Сначала история с кольцом. Побои. А теперь яд. Госпожа, из того блюда мог отведать и он, султан. Он пригрел на груди змею. Она его отравила, лишила разума, воли. Эта русская рабыня отравит всех нас. Не надо так говорить. Если вы будете это продолжать, то я не смогу больше вас с Мустафой защищать. Для меня вы семья. Ваша судьба меня очень волнует. Я поклялся, что до конца своей жизни, до последнего вздоха, буду охранять вас и Мустафу. Султан Сулейман отказался. Вычеркнул нас. Как ты будешь охранять нас, Ибрагим? Держитесь подальше от этой женщины. Подальше. Занимайтесь шехзаде Мустафой. Его нужно подготовить к трону. Занимайтесь только им. Ты слышишь ее? Если бы у меня не было Мустафы, я бы ни секунды не думала, убила бы себя. Ты говоришь, не думай о них, не обращай внимания. Научись делить с ней любимого. Молчи. Уничтожь себя, растопчи себя.
Как же мне справиться с этим горем? Гюньшах хоть пощади. Кроме нее у меня никого. Отошлите ее на время. Отправьте ее во дворец Ведирны. Все пройдет. И вы снова будете счастливы с вашим сыном. Помоги, Ибрагим. Не оставляй нас. Не бойтесь, госпожа. Я поклялся. Избавься от этой женщины. Или она избавится от нас. От тебя. От меня. От Мустафы. Ибрагим! Почему заперся? Прошу простить. Этой ночью столько людей сюда заходило. Я запер двери и забыл. Мы сегодня ждем посланников? Да. Русские и венецианские посланники. Вы, вероятно, идете к Валиде Султан. Я прикажу все подготовить. Я не намерен пока идти к Валиде, Ибрагим. Есть другие дела.